Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И добро пожаловать в наш пятый сезон, в 15-ю серию. Да. И, ребята, сразу хочу сказать, что... Нет, сначала что-то... А, вот. Нужно немного это убравить, потому что... Да. Ну, так меньше дальность, но, конечно, и меньше лагов. Так, ладно, давайте сначала, ребята... быстренько соберем еду. Наши яблочки, которые у нас тут вырастают возле нашего дома. Я, кстати, уже стекла поставил обычные. Я, если честно, не красил. Зря, наверное, тогда ходил за ТНТ-колами, убивал их и собирал красители. Но, ладно, пофиг. Немного сходили. Вот. Лапрос, ребята, у нас вылупился. Смотрите, прям вот тут у нас на глазах. Юрек хэчет into a Lapras. Отлично. Прям вот так на глазах, ребята. Вот даже в чат написал. То есть я ничего не делал, не говорите, что я там зачитерил. Лапрос. Ух, какой мелкий. Ну ладно, сойдет. То есть Лапрос. Сойдет, если честно. Даже если честно, сейчас оставим его в этой команде, даже не будем заменять его, потому что Лапрос... В принципе, да, классно. Я его, если честно, хотел словить или в прошлой серии, или в позапрошлой серии. Я его видел, мы где-то гуляли возле океана, и он там был. Но я его не словил, потому что у меня не было покеболов. Так бы, может, и словил. Но вот как раз он вылупился. Ребят, больше нельзя брать вот эти. Давайте я даже покажу. Больше нельзя брать гифты, то есть только один раз, поэтому не нужно писать, что Эдисон, потом возьми еще раз. Видите, то есть мне написано, что ты уже открыл вот этот гифт, и ты уже его не сможешь открывать больше. А ну, и вот что я хочу сделать. Cooked Clam. Это я не знаю, что это. То есть я знаю, но я не знаю, как это называется. Ракушка, моллюск какой-то. То есть, видите, мы его можем пожарить, и мы его можем схомячить. А ну давайте, ребята, что мы можем с краба сделать? А вроде такого больше ничего, только вот это. Краб, да и все. Хотя... Охренеть, тут куча всего есть. Фиш-динер, суши! Ребят, этот мод добавляет просто охренеть, сколько много. Давайте крабов себе пожарим. И как раз давайте идем поспим. Только нужно тут хотя бы как-то все осветить. И тут, например, даже где-то вот тут... И наверху тоже, потому что вот вообще нифига не видно. Так, почему бы вот открывать что-то? Что я сейчас хочу сделать в первую очередь, мне кажется, нужно идти и распределить все наши лохмотья, которые в сундуках есть, в этих сундуках, которые, вот видите, посередине кухни стоят, распределить в наш склад. Потому что я уже себе сделал склад, вот. В предыдущей серии мы себе построили уже, достроили наконец-то дом, все, то есть дом уже полностью достроен, сейчас просто его украшать, нужно и можно, как бы, вот, например, картины сюда или еще что-то. Например, давайте вот так, сюда блоки, да, допустим, сюда вот эти блоки, да, сюда, давайте, допустим, ну, пускай будут ресурсы, так. То есть сюда блоки, сюда ресурсы. Ага. То есть тут нужно уже потом будет вот это написать. А сюда тогда давайте вот это. Лохмотье. Ну, в смысле, ненужные вот эти. Так, отлично. А в четвертый, так, тут лохмотье. А в четвертый давайте еду будем складывать. Вот, например, вот так, да? Отлично. Дальше. Нам, в принципе, нужно... А у нас сейчас, ну, чуть-чуть есть еды, но, мне кажется, хватит еще на какое-то время. Так. Это заберем, поставим вот это. Тут я тоже, видите, поставил вот так, чтобы красиво как-то смотрелось. Вот просто тут, что много всего, это все нужно позабирать. С этих же сундуков тут куча всего. О, точно, давайте сначала я пойду поставлю двух человек, которые попадут в наш музей в этой серии. Ребят, чтобы у вас была какая-то ассоциация с тем, что как вы можете попасть в музей. Я смотрю только тех человек, то есть только те люди могут попасть в музей, которые комментируют видео хотя бы на протяжении 5 серий. То есть, если вы, например,
комментировали видео на 9 серии, если вы комментировали на 10, 11, 12, 13, допустим, 14 серии, то 5 серий подряд... То, если вы 5 серий подряд прокомментировали, то я вижу, что вы активно комментируете, и я вас записываю в блокнот, и потом вы дожидаетесь своей очереди. То есть, минимум 5 серий. А если вы, например, прокомментировали 9, 10, 11, 12, 13, 14 не прокомментировали, но прокомментировали 15, то тогда вы не попадаете. Потому что, как минимум, нужно прокомментировать 5 серий подряд. А то, знаете, есть такие люди, которые прокомментировали, допустим, 9, 10 серию, и в 11 уже пишут, ну, ты сволота, ты не добавляешь музей, то есть ты пишешь, что чтобы комментировали, и ты не добавляешь музей. Сейчас я уже объяснил, как. То есть минимум нужно прокомментировать 5 серий подряд. И когда вы это сделаете, то не думайте, что я вас сразу в первую же секунду добавлю в музей. То есть я вас добавляю в блокнот, и вы просто-напросто там лежите до тех пор, пока я вас не запишу в наш музей, да? Так, секундочку, ребят. Хотя я не знаю, есть ли у нас покемоны. Давайте, допустим, вот тут Лапроса, да? Уже можно ставить. Лапрос и тут дупло ведьмочки. Ух ты, нет. Вот так, допустим. А тут я еще не сделал, но я потом сделаю. А кто у нас еще есть? Кого я еще словил? Дай мне память, если бы я помнил... Кто у нас еще там есть? Тедиурса у нас есть. Точно. Так, давайте где-то тут. Тедиурса. Да, вот. И ник, как там? The Powerful Dan вроде. Сейчас, дайте секунду, я... Да, The Powerful Dan. Только у него вот так написано. Ху, ну спасибо, то, что вы комментируете, то, что вы попали в музей, продолжайте так же. Если, например, еще раз, ребята, объясню, тут криво, я просто такое сейчас только заметил. Что за хрень? А, вот, что там залагало? Не сразу поднялось, ну ладно. То есть, ребята, еще раз объясняю, чтобы попасть в музей, вам нужно как минимум прокомментировать 5 видео подряд. То есть, например, 10, 11, 12, 13, 14, 15, и вы попадаете в музей. Ну, не попадаете, попадаете сначала в блокнот, а потом дождаетесь своей очереди. И также... Милтанки, нам кожа нужна. И давайте сразу же попутешествуем, ну, например... Да, там мы еще где-то вот... Нет, давайте тогда... Да, вот в ту сторону. Попутешествуем, ребята, в этой серии. Как раз милтанков убиваем. Вот, как раз они заспавнились. То есть, ребята, вам как минимум нужно прокомментировать 5 серий подряд. Если вы этого не сделали, то вы не попадаете в музей. Если вы прокомментировали 4 серии подряд, а пятую нет, то вы тогда, в принципе, тоже не попадаете в музей. Вам нужно как минимум прокомментировать... А, я случайно Лапроса выкинул. А вам как минимум нужно прокомментировать 5 серий подряд. Я надеюсь, я сейчас объяснил нормально. Потому что, знаете, я еще раз повторюсь, есть такие люди, которые прокомментируют одно видео, а во втором уже начинают на меня материться. То есть, вот, я типа, знаете, я уже начал комментировать, я уже прокомментировал одно видео, все, ты уже меня должен добавить в музей, потому что я уже оставил один комментарий. Это, во-первых, я сейчас сказал, как минимум нужно комментировать 5 видео, прокомментировать, чтобы попасть в музей. И во-вторых, вы потом еще остаетесь в этом, в блокноте, да, и дожидаетесь, в принципе, своей очереди, да, пока она придет, а не сразу попадаете в тот же момент. И, в принципе, то, что еще. Давайте вылечим, потому что мы идем... Ну, далеко, не будем мы сейчас домой возвращаться. И знаете еще что, ребята? Если, например, прокомментировали 5 видео подряд, все, я добавил вас уже в музей, или в блокнот, а потом в музей, то не забывайте то, что если вы прокомментировали 5 видео подряд, то все, то есть, все, можно уже расслабиться, уже можно не комментировать, вы уже попали в музей, уже можно комментировать раз там в 3 видео, да, то есть раз-два, раз-три видео, уже не нужно комментировать каждое видео. Нет, ребята, это не так, нужно комментировать каждое видео. Если я замечаю, что вы комментировали 5 видео подряд и попали в музей,
а потом на 6, 7, 8 видео не прокомментировали, то я вас выгоняю с музея, потому что, в принципе, сами знаете, что нужно дальше продолжать комментировать. Поэтому, ребята, не забывайте, что... Да твою ж... Что дальше комментировать нужно, да. Я не знаю, чем бы его зафигачить. Этот Сикент убил последнюю надежду, то, что мы его убьем, то есть Пикачу. Ну, хотя, сейчас Камбускен еще может разрулить даже. Так оно и есть. Ух, две лечилочки. Да почему я сейчас могу взлететь даже в воде, а раньше не мог? Бред какой-то. Знаете что... О, еще один босс. Вылечимся, потому что мы далеко от хилки. Знаете, ребята, что я еще хочу сделать? Может, нам заняться потом в дальнейшем вот этим модом, то есть кулинарией. Тут же куча всяких ресурсов, куча всяких вещей, которые можно выращивать. Те же фруктовые деревья и другие всякие вещи, которые... Да твою же мать, а! Другие вещи, которые, в принципе, реально можно выращивать. И... Да твою мать! Лапрос, нет, Лапрос нам не нужен. Давайте Камбускена. Твою мать, а. Ну если ты еще и лечиться будешь, конечно, мы тебя хрен убьем. А, ну давай, теперь еще и взлети. Я же попал! Так, ладно, давайте сначала Пикачу. Твою мать. Твою мать, да ты что издеваешься, тварюга? Каждого с одного удара, иди ты в жопу! Не, ну в принципе, да, смотрите, она какая, 50, даже не 50, а 72 уровень. И, конечно, что мы сможем нахрен сделать против 72 уровня? Ладно, давай тогда сразу Пикачу. Зараза конченая, сейчас двух ударов мы ее залупашили. Так, охота на боссов, да? Так. Не, ну я просто, ребят, смотрите, я убиваю мелтанков только для того, чтобы... вот, чтобы себе кожу добыть. А где она вообще? Вот, 9 штук. Ну, в принципе, уже нормально, в принципе, уже они пропадают, вот эти... мелтанки уже пропадают. Ладно, тогда давайте быстренько еще куда-то полетим. Знаете что я подумал, ребята, что я не буду делать такие долгие серии по 30 минут, потому что не получается их вовремя загрузить. Ну, знаете, что я заметил? Лучше делать на одну, на две серии больше, чем делать длинные серии. Я понимаю, вы все любите длинные серии, потому что, в принципе, долго смотреть, но, ребята, если, давайте я вам так коротко объясню. Если серия получается до 20 минут, то она загружается за минут, за час, допустим. То есть приблизительно, я не буду точные цифры называть, но приблизительно. Серия до 20 минут, она загружается за час. Серия после 20-22 минут загружается за около 4-5 часов. То есть, это вообще, ребята, охренеть, я извиняюсь, что случайно стукнул. То есть, ребята, это просто офигеть. Не проще сделать одну серию на 19 минут и загрузить ее за 1 час, потом сделать еще одну серию на 19 минут, загрузить ее за час, потом сделать еще две серии на 19 минут и загрузить ее за час. И тем самым сделать 4 серии и 4 серии загрузить за 4 часа. Чем сделать одну серию на 30 минут и загрузить ее за 3, за 4, даже больше часов. То есть, ребят, это действительно очень долго оно там грузится. Я не знаю, почему такая разница получается, но все же. Так, а это кто? Я даже не знаю, какая у него вот это. Какая у него тип какой, то есть, граунд или что. Я просто, знаете, вообще этих покемонов еще ни разу не видел. Вот этого покемона, допустим, я еще ни разу не видел. Но, по сути дела, он даже не должен попадать по нашей Старавии, потому что, я так думаю, он земляной, наша Старавия воздушный. Поэтому, по сути дела, он даже не должен по ней попасть. Что он, в принципе, и делает, мне так кажется. Да, мы, конечно, мы его не очень быстро бьем, но... Все же. Он босс, поэтому нормально. Сейчас, мне кажется, даже в этой серии мы уже эволюционируем нашего Мэджикарпа. Было бы, конечно, лучше эволюционировать того же Гротла или
Камбускена, но... В принципе, Старавью тоже еще нужно эволюционировать. Еще Стараптор нас ждет. Опа, отлично. Так, давайте сразу же вылечимся. Так, там у нас кто? О, он, по сути дела, тоже не должен по нам попадать, я так думаю. Мэджикарп еще один уровень, ребята! Если сейчас мы его убьем, то даже наш Мэджикарп уже эволюционирует Гюардуса. Так, Старавиком. Ну да. Нет, это тупо Пикачу против Са. Ну, ладно. Так. Давайте Старави. Хотя нет, он попадает по нам, но. Ребят, мы его даже вряд ли убьем. У нас нету подходящих покемонов. Нам бы, в принципе, водного покемона, но... Эмбером бред бить его, как я и понял. Ну, вот этим пеком, да. И все, в принципе, все, больше нас никого нету. Мэджикарп хрен что-то сделал, у него вообще атаки так ловят. Больше он вообще ничем не бьет. Нет, давайте убивайте уже, и Лапроса убивай, и на тебя нет смысла нападать. Нам против него нужен водный покемон, но водного у нас нету. У нас есть, в принципе, вот этот Мэджикарп, но Мэджикарп ни хрена толком сделать не может. Не может. Так, а у нас есть вообще покеболы? У нас есть левелбол, но левелбол сейчас нам нахрен не нужен. Вот сейчас бы Даскбол бы было бы офигенно, но... Даскбол, опа, это кто-то? А, это Вульпикс. А это кто там? Гравлит. С Гравлитом та же ситуация, нам нужен водный, а водного у нас нет. Поэтому я даже не в курсе. Он еще и желтый, а желтый самый большой уровень вроде. Смотрите, вот эта фигня, то есть вот эта трава твою... Да. Был бы у нас Свамперт, мы бы вас уже давным-давно завалили, но... Чё мы можем сделать? Ничего. Гратла против Гравлита вообще, да, самая тупая идея, так же, как и, в принципе, Старавия, мне так кажется. Ну да, если он... Да ну нахрен, ребят, тут вообще с ума сойти. У нас есть Лапрос, но он первый уровень, чем... Так, сначала, мне так кажется, лучше даже того же Лапроса докачать до 10 уровня, будет уже намного лучше. Убивай ты уже нашего Мэджикарпа, что тянешь-то столько? Ну, давай уже и Камбускена убивай, да и все. Так, ладно, тогда первым делом давайте сразу прокачаем Лапроса. Те же пару уровней нам... Да чё ты издеваешься, что ли? Те же пару уровней... Да ты чё на приколе, чувак? То есть пару раз ты убегал, да, не дал нам даже ударить тебя? Просто он какую-то там твою мать атаку использует. Вот, сейчас не использовал. Твою мать, иди сюда. Иди сюда. Ребят, вот такие случаи бесячие меня просто раздражают. Ну почему? Один... Мать твою, один удар. Наконец-то. О, со своими тупыми атаками, которые убегаешь с боя, фиг догонишь, фиг что-то сделаешь. Так, ладно, потопали дальше. Нам нужно прокачивать нашего Лапроса, потому что он 7 уровень. В следующих сериях, ребята, мы уже прокачаем нашего Пикачу, и уже, мне кажется, даже можно выкладывать его в компьютер. То есть до 36-го, до 40-го мы его прокачаем, мне кажется, хватит. Но чтобы его прокачать, нам, в принципе, нужно на каких-то водных покемонов пойти, на какой-то... Я сейчас с ума сойду с этим. Иди в жопу, пожалуйста. Извиняюсь. Вот эти тупые атаки с своими убегашками. Ты какой? 46-й. Пикачу. А если мы вообще Пикачу выложим в компьютер, то кем мы будем убивать? В принципе, Камбускена бы еще эволюционировать было бы вообще круто. Так, ладно. Вылечим.
Лабрас 12. Нам бы путешествовать. То есть, смотрите, я хочу, если честно, очень найти глиняный биом. Я того же метанга хочу словить, да и других покемонов. Поэтому нам нужно искать биомы. Нам биомы нужны. Да и Пикачу уже 33, я говорю, в следующей серии мы его уже походу эволюционируем. Ребят, давайте на этом заканчивать, это 20-я минута, я уже объяснял почему, потому что серии долгие получаются. Давайте на этом заканчивать, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забываем комментировать для того, чтобы попасть в музей подписчиков. Всем за просмотр, всем удачи и всем не за... Ух, точно, я забыл, если эта серия наби... Нет, это уже вроде вторая. Ладно, тогда, ребят, давайте на этом заканчивать. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.